מברך את כולם שוב. Еще раз я благословляю всех вас. Элоим утов. Господь он благ. ומסר היום אני הייתי רוצה לעודד את כולם. И сегодняшней проповедью хотел бы ободрить всех. בגלל זה נתתי שם של המסר מהטקסט שאנחנו נקרא. И я назвал эту тему. מהטקסט שאנחנו текста, נקרא. Текст, который мы будем читать сегодня. רעמים, ברקים וענן כבד. Громы, молния и густое облако. זה לא נראה לי נשמע לכם משהו מעודד. Это не очень звучит так ободряюще. משהו מפחיד יותר. Может что-то устрашающее. אבל אני בטוח שכל אחד פה שנמצא עובר איזשהו שלב בחיים שמפחיד אותו. Но я думаю, что каждый, кто находится здесь, проходит какой-то этап в жизни, который устрашает его. ואנחנו נראה דרך סיפור אחד איזה פעולות אלוהים עושה בתוכנו. И мы увидим через одну историю, какие действия Бог делает в нашей жизни. Бон ифтах шимот 19. Давайте откроем исход 19 главу. Перек 19 и пасук 16 от 19. 19 глава книги Исход, 16 стиха по 19 стих. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, ואלוהים יענן בקול. אמן. אמן. 16 стиха по 19. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Аминь. Аминь. עד עכשיו אנחנו קוראים שעם ישראל קודם כל יצא ממצרים. До этого момента мы читали, что, во-первых, народ израильский вышел из Египта. עם כל הניסים ונפלאות. Со всеми чудесами и знамениями. Элоим ראה את הכבוד שלו והם פשוט הלכו אחריו. Бог показывал свою славу, и они просто шли за ним. הוא עשה אותם על כנפי נשרים. Он нес их на орлиных крыльях. בפסוק 4 כתוב באותו פרק שהוא הביא אותם לעצמו, לא הם, הוא. В 4 стихе этой же главы написано, что Бог принес их для себя. ואנחנו רואים שעד עכשיו הכל היה בסדר. אלוהים היה מדבר בצורה ברורה, טובה ולא מפחידה בכלל. אם мы видим, что до этого момента все было нормально, и Бог говорил с помощью обычных, нормальных и не страшных способов. אבל אנחנו רואים שבפסוק 9 הוא אומר, הפעם אני אבוא בענן כבד. Но в 9 стихе написано, что на этот раз Бог говорит, на этот раз я приду в густом облаке. Два раза используется слово «анан», и в некоторых местах также используется слово «ав», оба значения «облака». Туча. «Ве-анан кавет». И «густое облако». ואלוהים אומר שדרך זה אני הולך לדבר, אתה תשמע את קול שלי. И Бог говорит, что через это я буду говорить, и ты услышишь мой голос. כמו שיוחה היום בפרשה דיבר על איך לשמוע את קול אדוני. И как Йоханан сегодня говорил в недельном отрывке, как слышать голос Бога. אנחנו רגועים שלשמוע קול אדוני זה צריך להיות איזשהו במצב נוח, במצב טוב, משהו שלא מפריע אותי כל כך. И мы привыкли, что слышать голос Бога, это находиться в каком-то
спокойном, удобном состоянии, что-то, что не мешает, так приятно слышать его присутствие. Шаббат не флябе маем зурмим. Прекрасный шаббат. И дует. Свидетельство. Веше ишаэр каха нахну. И пусть Руцим. Так останется. Авал Элоим руце, шанахну нигдаль. Нигдаль. Но Бог хочет, чтобы мы росли. Анахну кмо ам Исраэль гам яцану ми Мицраим руханим. И мы, как и народ израильский, также вышли из духовного Египта. Ве Элоим эра лану арбе нисим ве нифлаот бехаейну. И Бог показал нам множество чудес и знамений в нашей жизни. Улаках отанок мои ладим ктаним. Он водил нас, как маленьких детей. Авал беэзэшу шлаф ата магия ли никуда. Но в какой-то момент ты доходишь до определенной ситуации, ликдол, чтобы расти. Велилмод эх лишмо эт кол Адонай лорак бематсавим товим. Расти и учиться, как слушать голос, слышать голос Бога, не только в удобных ситуациях. Но также и в худших ситуациях, которые могут случиться в нашей жизни. Ошибка — это когда некоторые верующие называют плохими ситуациями своими в жизни, называют свои плохие ситуации в жизни, как будто это что-то от дьявола. Кшаим, они умер, какие-то трудности, не грехи какие-то, а какие-то трудности, которые происходят в жизни. Вебеглазе, арикус шелану уло аля адон, у аля оев, ванахну нирхамим, нирхамим, аефим, вебесов мавседим. И поэтому наш фокус, он не на Бог, не на Бога, а на дьявола, на врага, с которым мы постоянно боремся и воюем. Анахну сахим лявин, им Элоим оевоти, афилу акшаим ахираим шекорим бехаяй, эм летова шели. Мы должны понимать, что Бог любит нас, и даже самые тяжелые трудности, которые есть в нашей жизни, они нам на благо. Бог хочет, чтобы даже в самой трудной ситуации мы могли различать голос Бога от голоса кого-то другого и расти, и все равно идти за ним. אנחנו קראנו עכשיו שהגיע, כן, רעמים במילים זה קולות, זה בעצם משמעות של קול או של צליל. Мы прочитали сейчас, что наступили громы, громы, то есть голос, на иврите это голоса или звуки. Браким. Молнии. וענן כבד. И густое облако. אבל משתמשים במילה כבד. Ну, на иврите используют слово כבד, то есть тяжелое, тяжелое облако. Анашим аю походим. И люди боялись. Эм ло иду, макара. Они не знали, что случилось. Эм ло иду, а им залетов оло. Они не знали, если это на благо или нет. А им Элоим олех улай ларогу там, бегля лахет. Бог собирается уничтожить нас. Акшав анахну идим, что зая летова. Сейчас мы знаем, что это им было на благо. Гам анахну арбе паамим немцаим бамацав, хошвим вала, а мацав азе гаруа, אולי אלוהים רוצה להרוג אותי כי חטאתי כל כך הרבה. И мы также можем находиться в каких-то ситуациях и думать, вау, это положение настолько тяжелое, может Бог хочет уничтожить меня из-за множества грехов, которые я делал. וזה עליך כמו ענן כבד כזה. И это как будто тяжелое густое облако. מסתיר את השמש. Которое закрывает солнце. מסתיר את הדרך לראות מה יהיה בעתיד. Закрывает дальнейший путь, по которому мы должны идти. ואתה נמצא במצב סתמיות. סתמיות? И мы находимся в состоянии неопределенности. אבל זה עוזר לנו בכמה דברים. Но это помогает нам в некоторых пунктах. קודם כל זה עוזר לנו להבין שאנחנו כבר לא שייכים לעצמנו. Во-первых, это дает нам понять, что мы не принадлежим сами себе. Артур, בבקשה תקרא ברוסית, אנחנו כדי לשמור זמן נקרא בשפה אחת, גלטים 2:20, אגרת לגלטים 2:20. Откроем Галатам, 2 глава, 20 стих.
Но не закрывайте это место, которое мы прочитали, мы еще к нему вернемся. Вторая глава Галатам, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Аминь. אם אתה רואה שבחייך אתה מתווכח עם אלוהים, כאילו מה אתה עושה בחיים שני? אני לא תכננתי את הקשיים כאלו. И если в твоей жизни мы спорим с Богом, говорим ему, что ты делаешь в моей жизни? Я не собираюсь это проходить. אולי עדיין לא הבנת שזה משיח שגר בתוכה, שחי בתוכה? Может, вы еще не до конца поняли, что это Мессия, который живет внутри нас. והוא בוחר מה, איך יהיה יום הבא שלך. И он решает, определяет, каким будет твой следующий день. ומשהו יעזור לך לעבור את זה. И то, что поможет всем нам пройти это. זה גם באותו פסוק בסוף. Это написано также в том же стихе. שהוא אהב אותי. Что он возлюбил меня, возлюбил нас. זאת אומרת שלא משנה מה אני עובר. То есть, неважно, что мы проходим, שלי, это нам на благо. Это исходит от любви Божьей. עכשיו, בוא נחזור לטקסט שלנו. И давайте вернемся в наш текст. ואנחנו נפתח ארבע נקודות לראות ארבע פעולות שקורות בתוכנו בחיים שלנו. И мы поговорим о четырех пунктах, о четырех действиях, которые происходят в нашей жизни во время этого тяжелого и густого облака. Мы видим, что в 17 стихе, что это положение השפיעה על העם, повлияла на народ, לצאת מהמחנה שלהם, выйти из их лагеря, ולבוא לתחתית ההר, и приблизиться к подножию горы, איפה שאפשר היה יכול לשמוע את קול אלוהים, где можно было слышать голос Бога. אולי אם הם היו נשארים עדיין במחנה שלהם, возможно, если бы они остались в стане, הם היו עסוקים עם הדברים שלהם. אני были бы заняты своими повседневными делами. לא им אכפת מתי ידבר אלוהים. Им не важно было, когда говорит Бог. אבל המצב הזה השפיע כדי שהם יצאו משטח נוחיות שלהם. Но это повлияло на них так, чтобы они вышли из своей комфортной зоны. זה מה שקורה איתנו. И это то, что происходит с нами. Что Элохим רוצה שיקרה איתנו. Это то, что Бог хочет, чтобы произошло. שאנחנו נצא מהשטח נוחיות שלנו. Чтобы мы вышли из зоны нашего комфорта. כי מתי שאתה נמצא במקום נוח, потому что находясь в этой зоне, אתה לא כל כך, אין לך זמן לחפש את אלוהים. У нас как бы нет времени, чтобы искать Бога. כי גם ככה הכל בסדר. И так все хорошо. אבל פתאום אתה שומע רעש. Но вдруг мы слышим какой-то рамим, гром, браким, молнии, ענן כבד, густое облако. זה מוציא אותך. И это выводит нас из этого места, из этой зоны. והם יהיו לתחתית ההר, אמרתי, נכון? И как я сказал уже, они приблизились к подножию горы. על הר שעליו ירד אלוהים באש, כתוב. К подножию той горы, на которую спустился Бог с огнем. הרבה פעמים הר בתנ"ך זה סמל של אלוהים, של כוח שלו, של עוז שלו. И гора в Танахе иногда символизирует Бога с его силой. הרבה פעמים כתוב, תלכו להר, תעלו להר, תעלו למעלה. В некоторых местах написано: идите на гору, поднимитесь на гору, идите к вершине. Хотите ли говорить על זה גם קצת ש להאמין באלוהים זה לא כמו לבלות איזשהו סוף שבוע באיזה מקום שאתה רוצה. И на это я хочу сказать, что идти за Богом это не провести викенд в каком-то месте, где мы хотим. אחרת אלוהים היה מסמל את עצמו עם דרך ישירה אולי ממש רחבה.
И если это было бы так, то Бог показывал бы себя через какую-то равнину или что-то обширное, такое широкое место, ровное. И через эти примеры в Танахе мы можем увидеть, что верить – это как будто подниматься на гору. Это тяжело. קודם כל, אתה לא יכול לקחת הרבה משקל איתך. Во-первых, мы не можем набрать с собой кучу веса лишнего. Ах, Ян, הוא יודע מה זה לעלות לאר. Брат Ян, он знает, как это подниматься на гору. אני כמה פעמים עליתי בארצות הברית שהייתי שם. Я, когда был в Америке, тоже пару раз забирался на горы. אני כל הזמן הסתכלתי למטה. Я всегда смотрел вниз. אני הבנתי שאני לא יכול לקחת כל הדברים איתי חוץ מציוד שאני צריך כדי לעלות. Я понял, что я не могу брать с собой все лишнее, кроме того, что мне необходимо. וכמה פעמים נפלתי, אבל ברוך השם היה לי חגורה ביטחון והכל. И я падал несколько раз, но я был привязан, подстрахован. ושאתה כל פעם נופל, לפעמים אתה חושב, אני רוצה כבר לוותר. И после нескольких падений ты же начинаешь думать, я уже хочу спуститься и... אבל אם הגעת לפחות פעם אחת, но если хоть раз, לפחות פעם אחת התגברת, хоть раз осилили себя и поднялись на вершину, עם יותר כוח ושמחה אתה כבר רוצה לעלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. Следующий раз, с большими силами и с большей радостью мы хотим еще раз покорить эту вершину. אנחנו צריכים להבין שמשקל של העולם הזה אנחנו לא יכולים להביא לאלוהים ביחד. И мы должны понять, что вес этого мира мы не можем принести к Богу. Мы не можем это поднять к Богу. Потому что каждый раз это будет тянуть нас вниз. Подножие горы. Если гора символизирует Бога, Иисуса, веру. И оттуда также Слово Божье пришло. То подножие этой горы символизирует нас, находясь на расстоянии близости к Иисусу, у Его ногах, у Его ног, как это сделала Мария. אז אנחנו רואים שאלוהים לא סתם רוצה להוציא אותך מהנוחיות שלך. И мы видим, что Бог не просто так хочет вывести нас из зоны комфорта. כאילו מקנה שכן, מה אתה עושה, תצא. Как будто он ревнует, потому как будто что ты там делаешь, давай выходи. הוא רוצה שאתה... שאתה תחווה משהו יותר טוב מדברים במחנה שלך, במחנה שלך. Бог хочет, чтобы мы пережили лучшие вещи, чем те, которые мы переживаем в нашем стане. לצאת מהקופסה שלנו, בראש. Чтобы мы вышли вне нашей головы, вне нашей... וזה תמיד מתחיל על יד רגליים של ישוע. И это всегда начинается у ног. מה אנחנו לומדים? Что мы учим из этого? פעולה שנייה. Второй пункт. תגידו לו, מה אחרי הסיפור הזה, מה הם קיבלו? Что они получили после всей этой истории? Амен. הם קיבלו התגלות של תורה. Они получили откровение слова. הם קיבלו סדר עדיפויות של החיים. Они получили порядок своей жизни. הם קיבלו ערכים אמיתיים. Они получили настоящие ценности. הם קיבלו ידע איך באמת לאהוב את האלוהים ואיך באמת לאהוב אחד את השני. Они получили знание, как по-настоящему любить Бога и ближнего. מי לימד אותנו בחיים איך לאהוב אחד את השני? Кто нас учит в жизни, как любить друг друга? איש ואישה זה כמו כלב וחתול. Женщина и мужчина это как собака и кошка. איך אני יכול לאהוב מישהו בחוץ? Как я могу любить кого-то вне? Он очень меня злит. Тот, кто водит машину, он знает. Мы видим, что Бог хочет нас научить, как жить по правильному порядку.
במחנה שלך אתה לא תלמד, תמיד אתה יהיה לך אמונה שלך, איך שאתה חושב זה נכון. В стане мы не будем учиться. У нас будет вера, которую мы считаем правильной. אבל אלוהים יודע דרך איך ללמד אותנו. Но у Бога есть пути, через которые Он учит нас. Аминь. Третий пункт. И давайте Бешемот, еще одну историю книги Исход. Исход, 14 глава. Шемот 14 глава книги Исход, с 27 стиха по 30. «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона, вышедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону». И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилев египтян мертвыми на берегу моря. Аминь. Аминь. Анекдот аэлю шесамти зе бэцем таалих эфшар лагид шэла хаэйну. Те пункты, о которых мы говорим, это, по сути, процесс в нашей жизни. Яцану ми шэтах нухихут игану ле... Мы вышли из зоны комфорта, подошли к ногам Иешуа, чтобы научиться. Но есть еще одна вещь, которую надо вынести из нас. Это наши враги. Это наша плоть. שזה טבע של חטא, наша греховная натура, השפעה של סטן, влияние от дьявола. אנחנו רואים בסיפור שישראלים הגיעו עד ים הסוף, עד ים אדום. Мы видим, что в этой истории, что народ израильский дошел до Красного моря. ופרעה הוא חשב, וואלה, יש לי עכשיו הזדמנות לתפוס אותם ולהרוג אותם שם בים. И фараон думал, вот, у меня есть возможность словить их и убить их там у моря. Когда мы находимся в тяжелом состоянии, и это выглядит как тупик, безвыходное состояние, а кольми басашельха руцеля цет в пашут леаросотха. Все плотские вещи, они хотят выйти наружу и разрушить нас. Отзбанут. Гнев. Лама за корейти. Почему это происходит со мной? Тлунот. Ропот. Коле дварим аэлю. Все эти вещи. Земе самель эт фаро ве цавашелю. Они символизируют, их символизирует фараон со своей армией. Хибе эцем зе адварим ше аюну эцель дварим аэлю аюну авадим. Потому что у этих вещей, у них мы были рабами. Кмоше Исраэлим эцель фаро. Как народ израильский являлись рабами у фараона. Гам также и мы были рабами у всех этих плотских вещей. И на иврите это называется не только Красное море, но и Ям Суф. И Суф и Сов — это однокоревые слова. Суф — это конец, как бы море конца. Мебхинат физит зе бемет айта никуда ахрона лацет ме Мицраим. И с физической точки зрения это была последняя точка, чтобы выйти из египетского рабства. Но мы также должны понять, что есть момент в нашей духовной жизни, Бог хочет в нашей духовной жизни некоторым
вещам поставить конец. כמו שהוא אמר, אני לא הבאתי את המצרים כדי להרוג אתכם, אבל הבאתי את הפרו עד ים הסוף כדי להרוג אותם, לחסל אותם. Что я не привел фараона с его армией в то место для того, чтобы убить вас, но я привел их для того, чтобы их же там и убить. Другими словами, а тяжелое время, которое мы проходим, это не для того, чтобы уничтожить нас, но для того, чтобы уничтожить все эти вещи, которые до сих пор имеют силу с нашего рабства. С прошлого рабства. С прошлого рабства. וזה משהו אלוהים עושה. И это то, что делает Бог. עכשיו, פעולה רביעית. И четвертый пункт. אנחנו רואים בטקסט שמים עמדו כמו חומה. Четвертый пункт, что по тексту חומה. Мы видим, что воды стояли как стены. ואז ישראלים היו יכולים לעבור את כל הדרך. И народ израильский мог пройти весь путь. אנחנו רואים שמשהו שהיה יכול להיות סכנה בשבילם. И мы видим, что что-то, что могло являться для них опасностью, הפך להיות הגנה, превратилось им в защиту. והדרכה. И превратилось в якобы путеводитель. נכון. להגיע למקום איפה שאלוהים רצה שהם יגיעו. Чтобы они дошли до того места, до которого Бог хотел их довести. בעצם לארץ מובטחת. И это обетованная земля. אנחנו צריכים להבין שכל הקשיים שיש לנו, и мы должны понять, что все трудности, которые у нас есть, זה לא לסכנה שלך בעצם. Это не для нашей опасности. אלוהים רוצה להפוך את זה, שזה יהיה לעצם הגנה שלך. Бог хочет все это превратить в нашу защиту. שאתה לא תסתיר לדרך לא נכונה. Чтобы мы не уклонились на неправильный путь. ששום דבר מהמים הזאת לא יוצא לפגוע בך ולגרום נזק. Вся эта вода, оно, чтобы оно не причинило нам никакого вреда. זה באמת יכול להיות כמו חומה. Это действительно может являться стеной. וקשיים האלו בעצם סופה, נקודה סופית, תהיה לך הדרכה. И последний пункт, это то, что все эти трудности в конечном результате будут путеводителем для нас. כדי להגיע לארץ מובטחת שלך. Чтобы мы добрались до нашей обетованной земли. לגורל שלנו. В нашу судьбу. לנחלה שלנו. В наше... удел. В наш удел, наследие. נכון. לכל אחד אלוהים הכין. Для каждого Бог приготовил свое. אבל אתה יודע שאתה קורא את הסיפורים האלו, אתה חושב, זה טוב, זה מחזק אותי, חס וחלילה שאני אעבור את זה. Но когда мы читаем все эти истории, мы думаем, это хорошо, это укрепляет меня, но не дай Бог, чтобы я это прошел. אבל הקטע, но суть, אם אתה לא תעבור דברים שהם עברו, суть в том, что если мы не пройдем те вещи, которые они проходили, אתה לא תגיע למקום שלך, לגורל שלך. Мы не достигнем до нашего удела. בוא נקרא פסוק אחרון בירמיהו 29:11. И давайте прочтем последний стих, Иеремия, 29 глава, 11 стих. נכון. Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Аминь. Аминь. Только Бог знает. תיתן את עצמך לידיים שלו. Отдайте сами себя в руки Божьи. תסמוך עליו. Доверьтесь им. הוא רואה את הסוף, אתה לא. Он видит конечность, вы не видите. שאלוהים יברך אותנו ויעזור לנו. Пусть Бог поможет нам и благословит. Амен. Аминь. Бог нетолер. Давайте помолимся. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על דברך. Отец наш небесный, мы благодарим тебя за твое слово. על ההבטחות שלך בדבר אדוני. За обещания твои в
в Слове Твоем. Шемашу ата итхальта, ата тисаем эдзе бехаяй шель, бехаяв шель коль маамин. Что то, что ты начал, то ты и окончишь в жизни каждого верующего. Аба, не пашут митпалел, авур коль эхад, кмо мешпаха. Отец, я просто молюсь о каждом. Шеата тазор лану лавор эта таалих эзе. Чтоб ты помог нам пройти этот процесс. Аим зе махала. Если это болезнь. Аим зе мацав каше ба мишпаха. Трудности в семье. Ло мешане эзе анан кавед. Неважно, какое густое облако. Тазор лекол эхад лишмо эт кол шелха. Помоги каждому из нас слышать твой голос. Ле-аргиш эт нохехут бетохейну. Чувствовать твое присутствие внутри нас. Ве-ла-лехет ад-асов итха. И идти до конца с тобой. Анахну мудим леха лакол. Мы благодарим тебя за все. Ве-митпалелим бешем Иешуа Машиах. И молимся во имя Иешуа Мессии Господа. Амен. Амен.